против ЕС. Против ЕС? Да. Я хочу в единую большую. Одна Украина была наша. Одна Украина. Да, чтобы мы сами себя. И нам никто не лез, не мешал. То есть вы получается, выступаете против позиции президента, который говорит... Не, против позиции президента не выступаю. Просто хочу, чтобы... Лучше было бы, как раньше. Просто как бы я не знал, просто как бы не знал об этом, что там будут собираться где-то кто-то или что-то. Просто, ну, как бы сказали, что будет Майдан, там, я пошел. Если бы раньше там сказали, я, потому что и раньше ходил тут. Он же в течение недели. В течение недели мы в течение недели работаем постоянно до 5 часов там, вечера. Уже после работы. Мы собирались в 6 часов вечера. Ну, после работы уже как-то уставший. Я сюда пришла убежденно. Посмотреть и послушать, за что стоят люди. Потому что студенческие пляски у меня вызывают, прямо скажем, такое легкое непонимание. Люди должны понимать, к чему они стремятся, к какому будущему. И только за безвизовый режим и только за свободный въезд в Европу я бы стоять не прыгала, и не плясала, и песен бы не пела.